сугробы, а у меня велосипед. От скуки я уже с ума схожу и часто говорю с картиной на стене. Опять за контур вышла. Скукота. И что же случилось на этот раз? Мне скучно. О, чаёк. Осторожно, горячий. Уже нет. Понятно. Ну, если тебе скучно, можешь пойти на санках покататься, там как раз снежок. Мне самой скучно кататься. Так что, с тобой пойти? Нет, не нужно. Из тебя опять весь снег растает, а я плавать не люблю. Зато я люблю. Правда, в горячей воде. Бе, а давай сделаем снежинки из бумаги и украсим мою комнату к Новому году. Ух ты, какая классная. Красота. О, смотри, какая страшненькая снежинка. Чего страшненькая? Ничего не страшненькая. Страшненькая, не страшненькая. Какая теперь разница? Была снежинка, теперь нет снежинки. Упс. Короче говоря, повырезали снежинки. Чего припёрлась? Слушай, я придумала, чем мы можем заняться. Я нашла прикольные варианты макияжа на Новый год. Ну, я могу тебе нанести, и мы пофоткаемся, вот, например, возле ёлочки. Ладно, только потом я тебе нанесу. А может, не надо? Надо, надо. Ну, смотри, Лилия, я сейчас тебе покажу парочку прикольных макияжей, а ты выбирай сама. Такой тебе нравится? Нет. А такой? Ну, такое. Ну, а такой прикольненький снеговичок. Не умеешь ты выбирать, дай сюда. И этот нет, и этот нет, и этот не подходит. Сделаешь мне вот этот, поняла? Ну, ладно, этот так этот. Ну, может, мы тогда снеговика тебе нарисуем хотя бы синим, а не черным? Ну, ладно. Так, ну я буду добавлять немножко своего для того, чтобы было не так страшно. Все-таки Новый год, а не Хэллоуин. Хорошо? Хорошо. Ладно. Так, начнем вот здесь вот с красненького. Заполним немножко. Переставим промежуток. Еще немножко. И тут еще в конце совсем чуть-чуть. Также нужно сделать другим глазом. Ну, красный же ты любишь цвет? Ну, чуть-чуть. Или синий больше? Ну, синий больше. Хорошо, и синий тоже будет, и блесточки будут, хочешь? Угу. Супер. Теперь нужно немножечко растушевать. Потом будем заполнять это все беленьким. Как снежок. Любишь снежок? Угу. Конечно. А вот я больше люблю солнышко и море. И тепло, хорошо. Я не сильно. Ну, у каждого свой вкус. Заполним беленьким. Вот так вот и вот так вот. Теперь распределяем. Закрой глазки. А чё, прикольно получается. Так, сейчас тебе на щёчки начнём рисовать снеговичка. Синенького, как ты и просила. Один кружочек. Так. Ну, вроде бы ровненько. А второй кружочек у нас должен быть перекошенным, правильно понимаю? Закрашиваем, 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 закрашиваем. А на другой щёчке будет отпавшая голова. Здесь маленький кружочек.
Ну, где-то вот такой вот, думаю, достаточно. Оп, оп, оп. Вот так вот. Ну, я еще немножко добавлю беленького для того, чтобы снеговик был похож на снеговика, хорошо? Угу. Думаю, ничего страшного не случится. Так, немножко светлее. Вот будут как блики такие. Теперь начинаем рисовать отпавшую голову снеговика. Я взяла оранжевый для того, чтобы нарисовать вот тут вот носик. Хоп. И вот так вот хоп. Морковка. Кто-то вот бессовестный такой пришел и сломал снеговика. Нельзя ломать чужих снеговиков. Лиль, ты об этом знаешь? Знаю. Вот, нельзя ломать чужих снеговиков. А свои ломай сколько хочешь. Вот здесь кто-то взял и поломал снеговичка. Или, возможно, уже настало тепло, и он сам растаял. И упал. Ну да. А вот тут вот я еще хочу дорисовать пуговички. Точно. Угу. Так, сделаем вот так, оп. И оп. Такие вот две точечки. Видишь, красиво получается? Угу. И сейчас закрасим это все черным, 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 черным. А если бы мы сделали снеговика черным, как ты хотела, то тогда бы мы не смогли бы нарисовать пуговки. И глазки. И глазки, да. Они бы у нас были бы какого-то другого цвета. Да. Хоп-хоп-хоп. Смотри. Прикольно. Прикольно? Прикольно. Как мы рисуем ведро? Просто рисуем такое ведро? Да. Просто квадратик? Чуть-чуть прямоугольный. Раз, это два, это три, и четыре. И вот такой вот пук. Думаю, похоже на ведерко. Ну да, похоже. И оно упало. Зарисуем его сереньким. Все, ведро. Голову снеговику взяли и безжалостно оторвали. Вот такой... И все, и нету головы. А что, а зачем тебе голова, правда? А давай еще брови сугробы. Ого, ну ладно, давай. Ну что, тебе нравится? Угу. Классно, правда получилось? Не так, как у всех. Ну а теперь пошли фоткаться возле елочки. Больше экспрессии, экспрессии. Эмоции, эмоции, давай. Новогоднее настроение, новогоднее. Не вижу новогоднее настроение, улыбка. Давай, давай. Давай, давай, вот так. Вообще класс, классный кадр получается. Да, да, давай. Экспрессия, экспрессия. Милость, милость, давай. Еще вот так вот. Потом вот так, давай. Давай, и снеговика, да, давай. Новый год на носу, давай, давай. Все аватарки в соцсетях ходили. А, вообще супер, класс. Прекрасно, супер. Ну все, давай последние кадры вот этой вот шапочки. Нет, надоело. Теперь я тебя крашу. Так, ну смотри, я хочу какой-то миленький, новогодний, красивый макияжик. Красивый, говоришь, миленький? Угу, только на мой вкус. Только давай это будет для тебя сюрприз. Отворачивайся от зеркала, и я тебе буду начинать красить. Так что ты можешь поворачиваться и смотреть. Жду не дождусь, когда увижу эту красоту. Лиля, что это такое? Что это такое? Это, по-твоему, миленькое? Да. Это не миленькое. Это размазня какая-то. Вот я тебе постаралась угодить, а ты мне что сделала? Да уж. Лилия, иди кушать.
так жарко. Ничего себе жарко, минус 20. Рыба красная, а чё не синяя? Ну какая была? А, чё такая горячая? Ничего себе горячая, уже остыла, пока ты тут шла? Ну, значит, не настолько остыла. Ну, так уже намного лучше. Ничего не лучше. Мою не обязательно было студить.